Студенты-медики приехали в Новосибирск поработать. Всероссийский студенческий медицинский отряд Академии организует уже 4-й год подряд. Ребята с разных регионов нашей страны, с медицинских вузов приезжают в Новосибирск, чтобы поработать в качестве младшего и среднего медперсонала. Этот проект объединяет ребят, которые являются членами студенческих отрядов и готовы трудиться в свой летний период, в период своих каникул именно по этим должностям. Ключевой больницей, которая принимает наших ребят, является и ребят приезжих, является Новосибирская областная клиническая больница. Студенты получают практику, а больница – персонал активных, инициативных будущих медиков. Между собой участники смогут обменяться опытом, пообщаться, оценить оборудование и уровень оказания помощи жителям региона. Возможно, кто-то из студентов вернется в Новосибирск после завершения обучения. По итогам работы выберут и лучший отряд. Я просто захотел попробовать себя в чем-то новом, познакомиться, поработать в новом месте, эмоции получить. Ну и, конечно же, мы хотим забрать лучший отряд, знаем лучший отряд. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.